все ровненько сделать. Ангелина Фугина держит в руках нитку с иголкой далеко не в первый раз. Раньше приходилось подшивать только свою одежду, но здесь, в колледже, начала шить еще и на заказ. Люблю эту профессию, потому что можно купить ткань и сшить себе то, что нет у других. А еще здесь пекут, изучают фотоискусство и занимаются декором. В 41-м колледже по различным направлениям обучают сразу несколько групп для детей с ограниченными возможностями. Работа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья уже сейчас пользуется популярностью и спросом. Вот, например, эти декоративные розы украшали здание Госсовета 8 марта. Сейчас они заполняют стены 41-го колледжа. Кроме того, здесь есть более мелкая и кропотливая работа, как, например, вот эти макеты ферм. Работу особенных учеников колледжа сегодня увидели их потенциальные работодатели. Кто-то только присматривался к возможным кандидатам, а у некоторых уже есть вакансии. Будет организована мастерская общественная, где будут созданы рабочие места. А это уже колледж малого бизнеса и предпринимательства. Здесь дети с ограниченными возможностями и концерт отыграли, эксклюзивные рукоделия продемонстрировали. Стало понятно сразу, спрос есть. У нас идет отработка синхронной работы. Никита Абрамов стоит за барной стойкой всего третий день. Причем делает это не в ресторане, а прямо в стенах торгово-экономического техникума. У меня цель научиться всему и поварскому делу, и барменам, и официантам. Я никогда не сдамся, все равно научусь. Эти аплодисменты как сигнал, что мечта Никиты обязательно сбудется. Договора о сотрудничестве с директором торгово-экономического техникума подписали сразу три работодателя. Кроме того, теперь на базе этого техникума в Татарстане впервые пройдет конкурс «Обилимпикс». Это альтернативный вариант чемпионата WorldSkills, но только для специалистов с ограниченными возможностями. Мы сейчас готовим, по сути, документы, где колледжи и работодатели с нами, в том числе, могут провести чемпионат региональный по 40 компетенциям. Региональный этап чемпионата «Амбилимпикс» техникум примет уже в этом году. Сергей Хайдаров, Марат Зайдуллин, ТНВ, Казань.